Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. Так, забираем с тобой сундук. Что-то хорошего нам не выпало. Так, я так понимаю, ребят, какие-то коряги. Это значит, у нас новое событие. Так, ага. Шлем у викинга. Тут у нас еще золотой шлем викинга. Хм. А почему, интересно, у меня беззубик никуда не летел? Это непорядок. Ребята, его надо куда-то отправить. Так, ну это вот понятно. Этого сразу за железом. Здесь нам выпадает 20 рун. Так, этих охламонов давай быстренько проверим с тобой. Что даст? Ага, циновку эту или я не знаю, что это такое. Слежка. Пускай занимается слежкой. Так, неизвестный вор. Полетел, барсик. Так, кривоклык. Что у тебя? Опять же, руны. Руны. Так, ну лети давай своими рунами. Так, здесь у нас достается... Понятно. Яйцо змеевика. Ну, пускай тогда летит в стойло. Такс. Ну, а ты что стоишь тут? Притулился, думает, я его не замечу. Конечно. Так, я тоже за деревом. Отправим. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что у нас тут. Тихо-тихо-тихо, не надо так. Так, бремя гнильца. 2000, ребята, надо, чтобы ему вкачать уровень. Ну, понятное дело, что я пока не могу. У меня не хватает элементарно ресурсов. 450. Тоже не могу. Ни этого не могу отправить, ни того. Ну, здесь можно, например, сделать вот так хотя бы. Хотя бы так сделаем. А, вопрос, а почему он мне так мало сейчас дал рыбы? Почему он мне дал мало рыбы? Видимо, я, ребята, его когда-то проверял, да, получается уже. Так, ну что, это у нас праздничная крутокрылка собственной персоны. Выглядит прекрасно. Так, ну что, этих мы с тобой отправляем, само собой, за ресурсами. Так, что у нас еще? Угу, крылатый страж. Слушай, крылатый страж. В принципе, неплохо было бы его вкачать. Но опять же, в ресурсах, ребят, беда. А тут 2185. То есть у меня два кандидата идут на прокачку, я как понимаю. И нужно будет выбирать потом. Либо того прокачивать, либо этого. Так, давай за рыбой. Ты тоже за рыбой. И ты за рыбой. Так, ну что? Опять дает мне свою треску, форель, там, я не знаю. Рыбу, короче. Ну, а здесь... Что? Понятно, тусклый янтарь. Кто бы сомневался в этом выборе. И... Ночной, там, лохматый вой, да? Это же лохматый вой, яйцо его. Конечно, ребят. Мы только это и можем с тобой получать. Лохматых воев и тому подобное. Так, с этого мы отправим, наверное, за... Да, за железом. Так, а лохматый вой у меня полетит дальше в приключение. Так, модификрылка. В плане у меня с рыбой проблемы. У меня проблем с рыбой нету. Абсолютно никаких. Абсолютно никаких проблем у меня нету. Че, как-то маленький. Из пипиглюк. Че такой малюсенький-то? Он таким будет, что ли? Из пипиглюк. Да, ребята, он, видимо, таким малюткой и останется. Такс, ага. Ну,
Да чтоб тебе, ну как так-то? Ну ведь было же совсем, ребята, рядышком. Я сейчас тупанул просто жестко, ребята. Я нечаянно нажал... Я, короче, потратил руны на нехватку рыбы. Твою налево. Я нечаянно нажал, ребят, не хотел. Блин. Что тут у нас такое-то? Я не могу понять, что так много-то? Да, начинаем новый сезон. Ну, и что? Ну, это я получу. Так, друзья мои, нечаянно нажал на просмотр рекламы. Он мне мало того, что рекламу не включил, так он еще и завис. Мне пришлось перезаходить в игру. Так, ну... Что у нас тут? Ага, последний пак. Древоруб, кревет и кривоклык. Так, паков у нас больше, к сожалению, пока нету. Ну-ка посмотрим, получить. Ага, 30 рун. Тут у нас тусклый янтарь, 100 штучек. Где? Так, здесь можно 5 предметов. Так, 50 рун. Так, здесь опять же 100 тусклого янтаря. Подожди, 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 я... Так, а больше нету никого? Хотя написано еще 3. А, вот это, наверное. Понял. Да, с тусклым янтарем, конечно, у нас проблем, честно говоря, вообще нету. Так, райский парад. Здесь получаем 20. И на тут один блестящий янтарь выпадает нам. Так, вроде бы здесь все. Тут 4. Получить. Так, ну тут что-то вообще как-то мало. Так, вот этого растения у нас нету. А так бы я получил 200 рун, ребят, если бы собрал полностью коллекцию. Так, здесь я ничего не вижу. Ну, по-моему, все. Странно, коллекция 13, а... Ну я не вижу, чтобы что-то было. Это написано уже скоро. А, все, понятно, надо было... Понятно, это, короче, как бы заранее сделано было. Так, ладно, бесплатный пак с собой открываем. Это монеты Одина. Шепот, крылатый ужас, древоруб. Так, понятно, ничего солидного здесь. Отказываюсь, конечно. Так, вроде бы всех отправил. Сейчас, подожди секундочку, я еще гляну. Где-то у меня должен быть... Ага, вот он. Давай за деревом его отправим. Так, мелкого будем... Давай мелкого вкачаем чуть-чуть. Чего не хватает? А, древесины. Древесины ему не хватает. Окей. Так, ну что, давай сюда. Мячик свой штопанный, там, я не знаю, там, перештопанный. Так, где он у нас? Травяной ты где? Вот он сидит. А в плане... Подожди, а я что, его тогда забыл отправить, что ли? Только сейчас отправил, задание не получил, ребят. Такс, ну вроде бы здесь все получается. У нас остается, ребята, вот это. Есть какое-нибудь событие или нету сегодня у нас? Опа-на. Угроза, злобные вандалы. Друзья мои, как мы удачно с вами попали. У нас прямо сразу событие. Представляешь? Ну что же, погнали. Я думал, что если события не будет, мы с тобой паки набьем сейчас, одиновские. Но раз события есть, то почему бы его не начать проходить. Так, этого я трогать не буду. Это все равно, ребят, нам пока никакого вреда не приносит.
А вот это другой разговор. Так, ну здесь... Ох ты, здесь будет две волны. Здесь у нас будет две волны. Так, ну это лаварык. Просто он какого-то немножко странного окраса. Но по атакам он как был ватник, так ватником и остался. Давай щит вешай. Я хильнулся. Естественно, это ему уже не поможет. Так, а кто у нас тут? Угу. Давай так сделаем. Что-то там, что-то там. Шкуродер. А это у нас, по-моему, ужасное чудовище. Ну, по крайней мере, похож. Так. И кривоклык добьешь? Красава. Что дадите? Дадут нам рыбу. Ладно, бог с ней, с этой рыбой. Так, загадочный пак забираем. Раз, два. Нам надо будет раз, два, два поединка сделать, чтобы получить 500 тусклого янтаря. А там дальше 20 рун. Ну, в общем, такие награды паршивенькие. А противники-то не очень паршивые. Одна волна, да? Вот с этого начну. Вот с этого начну. Давай вот так сделаем. Ну, промахнулся. Прекрасно. Так. Теперь этого. Отравление повесил. Ну-ка, добивай его. Ну вот он и один остался. Интересно, почему здесь одна волна всего лишь была? Хм? Видно, что-то впереди жесткое намечается. Раз такой разогрев мне дали. Ладно. Ну, как-то так. Ну что, посмотрим, что нам тут дадут. Опять рыбу. И опять то же самое количество. Зажимают, ребята, зажимают. Давай вперед. Пятьсот тусклого янтаря. Он мне даром как бы не нужен, но ничего не поделаешь. Так, здесь две волны. Два противника нас встречают. Нормально, кстати. Одного сразу в минус отправили. С одной, грубо говоря, заходки. А вот это вот плохо, что мне понизили атаку. Так. Ага, два желтопузых. Одного надо убрать отсюда. Нормально. Как ты запарил, а? Своей глушилкой этой. Найс. Ну вот и все. Вот ты остался, парень, один на один со мной. Паршивый у тебя план, парень. Это тебе не поможет. Добивай его. И древесина. То рыба, то древесина. Ну, понятное дело. Ладно, ребята, у нас еще есть энергия. Так, давай-ка я тут открою, наверное, пак этот загадочный. Косолом, Громоль, Шторморез. В принципе, больше тут ничего такого суперского нам не досталось. Ну, тут можно еще задание закрыть. Так, ладно. Погнали тогда дальше. Угу. 500 тусклого янтаря забрали. Энергии у нас 2, это получается 1, 2. И дойдем с тобой до мини-босса. И плюс при этом прихватим с тобой еще 20 рун. Окей. Так, опять лаварык. И опять же у нас, друзья, костолом. Ну, начну с костолома. Потому что его, во-первых, быстрее разбить. Разбить можно. Вот, и... Тем более он красный, ребята. А красненький это у нас
дамагеры, поэтому надо, конечно, в первую очередь. А этот, да, этот уже, ребят, на последочек идет. Он урона не очень много наносит, потому что он все-таки больше страж. А стражи, они только хороши в защите. Вот тут вот, ребята, хорошо, что нет такой штуки, как провокация, да? Если бы здесь была бы провокация, было бы все намного хуже. То есть он берет, ставит на себя провокацию, и я не имею права никого бить, пока не уничтожу провокатора. Как это, в принципе, во многих играх и сделано. Даже взять этот Strike Force Marvel. Там, если провокацию ставят, все, ты хоть ты головой расшибись. Пока ты его не прибьешь или пока у него не кончится статус провокации, ничего ты там не сделаешь. Хотя есть противники, которые игнорируют провокацию. Ну и что тут подкинешь? Ну понятно, короче. Опять дерево. Ну что, у нас последняя энергия, ребята, и мы с вами ее тратим. Погнали. Опачки, опачки, кто у нас тут? Ну, даже не знаю, я начну с этого, ребят. С бродяги, так скажем. Еще вытворяет. Вжухнул, называется, блин. Ну, понятно, ты-то, конечно, подхалим. Бьет туда, где... Как говорится, где тонко, туда и бьет. А тонко в данный момент у нас у Барсика. Так, вторая волна. Так, Криветуса надо валить. Тот-то перебьется. Все равно, ребята, его запаришься пробивать, стража этого. А вот Кривета, да. Тем более электрического. Надо валить его. Так, окей. Здесь понижаем сразу защиту. Ну, понятно, само собой. Сделаем вот так и добьем. Нормально. Ну, само собой. Понятно все. Так, ребят, вроде бы энергия у нас больше. Да, больше ее нету. 20 рун. Спасибо. Так, у нас остается раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, ё-моё. Ну да, тут еще на две заходки. Это как минимум. Две заходочки. Словно лодочки. Так, ну а я вроде бы, ребята, все распределил. Сейчас еще раз перепроверю. А, конечно, конечно, ребят. Ну как так-то? Как же я без зубика не отправил на поиски, извините меня. Какого лешего-то? Вот эти штучки давай. Подожди, а разве я эти штучки? Ну да. Эти штучки я, ребята, ищу. Так, ну вроде бы как все, да? Ну что же. Тогда на сегодня закругляемся. Всем удачи и до новых скорых видосиков.